черного будет. Ну а что делать? Ну да. Да не, поехали дальше. Егора, голову чуть выше держи. Чуть-чуть, да, чуть-чуть. Конечно. Да. Да. А вон тропинка в
Первый открыватель. Пальцы на тормозах не делаешь. Да, да. Я просто привык, что они мне не нужны. А ты же снимал, когда по 300 ехал. Ну да, я же одной рукой телефон держу. Супер, больше, чем я ожидал. Я честно, зимой был, столько болот не было. Там одна речка. Не, а болот нету, ты заметил, просто ну, в речке проезжаешь спокойно. За речки, да. Ну и тут просто вот этот участок по лесу гораздо приятнее. Да, однозначно. Кантик, жизнь тебя ничему не учит, я вижу. Отлично. Отлично. Вчера же дожди были.
самом низу. Тебе повезло, ты там такой миллиметраж сделал. Я сейчас думал, улетит он. В смысле, вот так он чуть не ушел. По скалам прям. Он подпрыгнул и в отбойник. Вот так. Прям ушел он на обочину, да, еле вырулил.
На, за вами. Электрокамушка отдергается, верю.